На территории первой школы напоминающий дендропарк с уютными аллейками, скамеечками и даже водопадом располагается целый комплекс зданий. Помещение гигиены стоит отдельно от основного, и дирекция решила сделать его приметным, чтобы первоклашкам и гостям было понятно, куда нужно идти, и чтобы выглядело оно ярким и привлекательным. Ученики-практиканты, которые одновременно являются выпускницами школы искусств номер 2, приступили к работе. Выбрали мультфильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». И вот результат. На стене при помощи аэрозольных автомобильных красок, не подвластных погодным условиям и времени, расцвела поляна в окружении русских березок. Вырос сказочный древнерусский город. Комнату девочек обозначит персонаж мультика «Забава», а мальчиков, естественно, Елисей. Наносятся последние штрихи. Сами художницы довольны. Конечно, мы рады, то, что у нас так получилось. Дети придут 1 сентября и увидят, тоже порадуются вместе с нами. Было сложно само, приспособиться рисовать баллончик, потому что для нас это впервые. Вот. А так вы довольны плодами своего труда? Ну да, мне кажется, что все получилось, удалось. Юные художницы, выпускницы из класса Татьяны Саврик, Маша Саврик и Ангелина Калинина мечтают стать дизайнерами, а Богданова Аня – ученым. Это занятие для общего развития. Сюрприз оценят педагоги и школьники 1 сентября. Лариса Басова, Алексей Мухортов, Анапрегион.